Приветствую вас на канале RedCat. Надеюсь, вы отошли от шока, от нового супер-пупер обновления, уже начали получать новые плюшки, развивать своих пчелок, качать. И если это да, то не забудьте взять диамантовое яйцо абсолютно бесплатно. Надеюсь, что вы успели подготовиться к этому обновлению, прокачали 30 пчел, и вы без проблем, как и я сейчас, заберете диамантовое яйцо абсолютно бесплатное. Если я помогу вам, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Котик обожает лайки от своих подписчиков. Ну что ж, смотрите, внизу танцует черный мишка. И у него что-то болтается между ножками. Да, вы правы, это яйцо и не простое, а диамантовое яйцо. И вот сейчас я хочу как-то попробовать сбить это яйцо. Точнее, его забрать. Ну что ж, отправляемся в путь. Первый раз у меня не получилось. Кстати, не отчаивайтесь, если вы упали где-то рядом, прыгаете, возможно, вы где-то какой-то частью тела все-таки заденете и заберете это диамантовое яичко. Так, еще раз смотрите, танцует яйцо. Видим, и сейчас попробуем его достать. Ну, вроде правильно. Нет, не попал. Есть, ребята, you found a diamond egg. Это значит, что я получил диамантовое яйцо. И в следующем видео я покажу, как я открывал это яйцо. А вам также хочу задать вопрос, оставлять или не оставлять мне легендарку-повторку. У меня Baby B будет из этого яйца. Ну что ж, ребят, жду ваши комментарии. На этом у меня все. Встретимся в новых видео на канале RedCat. Всем пока.